Здравствуйте, с вами Электромотор. И мы предлагаем вам огромное разнообразие в колористике, стилях, видах, технологиях, люстр, ламп, торшеров, да, всего что угодно из мира освещения. Представляю вашему вниманию классическую подвесную люстру. Отмена, что она состоит лишь из металла, то есть и основание металлическое, и абажурчики также металлические. Особой нежности и романтичности, конечно же, придают данной модели вот эти цветочки на каждом из абажурчиков, которые прекрасно пропускают свет, то есть ваша комната будет отлично освещена, а также добавляют изюминки в ваш интерьер. Основание люстры вытянутое состоит из 4 шаров разных по диаметру. Согласитесь, что дизайн люстры достаточно минималистичный, но в этом и есть ее фишка, ведь она отлично дополнит фактически любой интерьер. Она легкая, воздушная, без излишеств. Цвет ее пастельный, слегка молочный. Напоминаю также, что она подвесная. И трос ее около метра. Вместе с люстрой получается где-то около 1,5 метра. Но, несмотря на это, вы можете регулировать высоту, на которую вам нужно ее поднять. Люстра компактная и небольшая по диаметру. Поэтому, несмотря на то, что она подвесная, отлично подойдет помещение, где не очень высокие потолки. Лампочки в каждом абажурчике стандартные, цокольные, Е14. Отменно, что каждая из лампочек матовая. Именно эта матовость дает особый мягкий, ненавязчивый свет от данной люстры. Если вам понравилось это нарядное, легкое, воздушное и даже с нотками романтики модель, тогда обязательно звоните по номеру 5-300-38 и наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы.